С этими ребятами я уже работаю третий год. С 5-летнего возраста они занимаются со мной. Две группы этого возраста у меня. Одна команда немножечко сильнее, то есть они уже более что-то умеют выполнять на поле. И вторая команда, команда послабее, команда, в которой мы проверяем ребят при отборе. Новенькие ребята, которые поступают, естественно, они проходят через жернова второй команды, потом уже непосредственно к первой команде. Есть, как в любой, наверное, команде, есть и лидеры, которые выделяются уже сегодня видением футбола. Есть ребята с хорошими физическими данными. То есть с этими ребятами мы работаем, стараемся сделать футболистов. Тяжело сейчас. Если раньше основная игрушка у нас был мяч, бытность моего детства, то сейчас компьютеры, планшеты. В этом есть проблема. Ну, приходится рассказывать, объяснять ребятам, родителям, объяснять о пользе именно физической упражнений, о движении, что компьютеры и планшеты – это вредно, вредно, в первую очередь, для здоровья ребенка. На сегодняшний день созданы хорошие условия в футбольном клубе «Минск». Есть поля футбольные, есть искусственное поле, есть зал спортивный, игровой. То есть я думаю, что здесь в плане базы спортивной в футбольном клубе «Минск» созданы условия. Необходимо еще раз тщательно проводить отбор ребят и тренировочный процесс хороший, чтобы был. И тогда, я думаю, все будет хорошо. Футбольные клубы должны и будут расти. Хорошие футболисты, хорошие футболисты.